Москва, 13 Сенрия новости. Известный белорусский футбольный тренер Виктор Гончаренко, работавший в таких клубах, как Батэ Борисов, Кубань Краснодар, Урал Екатеринбург, вошел в тренерский штаб московского ЦСКА, сообщается на сайте клуба. Гончаренко является чемпионом Белоруссии с 2008 по 2013 сезон включительно. Помимо этого, с Батэ специалист выиграл в 2010 Кубок Белоруссии и Суперкубок Белоруссии в 2010, 2011 и 2013 годах. Специалист пять раз признавался лучшим тренером Белоруссии.